Ника! Дорогие мои полуумные идиотики, тугоумые капрофилы, спешу вам сообщить, что по последним статистическим данным вычислительная мощность компьютеров и эволюции искусственного интеллекта растет в геометрической прогрессии. В то же время за последние годы человечество тупеет в линейной прогрессии. Поэтому во избежание повторения сценариев порабощения людей машинками, вам, малоумные вы мои дебилоиды, прыщавые задроты и интернет-зависимые социопаты, срочно необходимо поумнеть! Вопросы! Дядьку, а что там слышно про АСИ-4 Black Flag? Будет ли кооператив? Будет! Жабоглазая ты моя членососка! Как в Assassin's Creed 3, в четвертой части ассасинчиков появится режим Wolfpack, который, к слову, создавался специально для сыконов, которые не любят рубиться в PvP. В дополнение к этому режиму в игре появится режим Discovery, который представляет собой ничто иное, как банальная обучалка для совсем бамбукоголовых водителей бронепоездов. После прохождения Discovery игрокам откроется режим Unleashed, где в кооперативном режиме игрокам надо исполнять синхронизированные убийства, а также валить неигровых персонажей топами, попутно защищая сундуки, наваливая пистюляторов замаскированным врагам и заниматься всякой прочей хуетой. Как бы то ни было, все это останется в рамках привычного режима Wolfpack. Дяденька! Когда уже выйдет Daisy Standalone? Морфий мне Ванус. Я полагаю, что Daisy выйдет, как только будет готова. Если раньше разработчики ставили какие-то определенные рамки для релиза игры, хотя бы на альфа-версии, то сейчас все пошло по пиздятинке. Дин Холл вместо того, чтобы сидеть и ебашить, съебался на несколько месяцев покорять вершину Эверест. Поэтому альфа не вышла в начале 2013 года и не вышла летом 2013 года. Поэтому относись, сия ты моя узкородка, на слишком многое губки не раскатывай. Холл сообщил, что не будет больше сообщать новые даты релиза, ибо работы еще не початый край. Как бы то ни было, с каждым днем разработчики все-таки приближаются к релизу. Дядя-денька, а что слышно о Dead Space 4, а? Некроморфа мне в кровать. Dead Space 3 провалился, и провалился с невъебенным тряском и грохотом, по крайней мере в финансовом плане. Поэтому ей по-хорошему следовало бы забить на серию и послать всех ее фанатов ждать на горе раков. Но гнилописячный мой дружок, EA заявила, что несмотря ни на что, верит в серию Dead Space. Другими словами, издатель будет давать бабло на разработку новых игр и дрючить разработчиков, чтобы они использовали все запасы своего креатива на создание новой, о, пиздохуительной части. Правда, вот получится ли у них? Но мы будем надеяться и верить. Дядюшечка! Скажи мне, а пожалуйста, а что там будет в новом дополнении к Diablo 3? Азмодана мне в сестры. А что ты, членоруки мой задротик, не знаешь, как Blizzard выпускает расширение для Diablo? В расширении обычно появляется 1-2 новых класса персонажей, новый окт и, соответственно, к нему босс. И целая пачка новых прихвостней. Так и в Diablo 3 Reaper of the Souls появится класс крестоносцев, новый босс Малтаэлем, падший архангел мудрости, ангел смерти и просто редкостное хуйло. По сюжету Малтаэль в конец тронулся и решил уничтожить всех демонов, а попутно и вырезать весь род людской. Ну и вдобавок Blizzard увеличит ограничения на развитие персонажей до 70 уровня. А что там слышно про Darksiders 3? Армагеддон мне в жопу и в рот одновременно. А
ничего про Darksiders 3 не слышно. И тут никакие армагеддоны в жопе не помогут. Новый обладатель прав на серию компания Naughty Games сделала Darksiders 3 одним из приоритетных проектов, которые нужно запилить в первую очередь. Как бы то ни было, от этого пока меняется очень мало. Первые из своих проектов по бывшим играм THQ компания собирается анонсировать к концу 2013 года, в лучшем случае. И очевидно, что это будет никак не Darksiders 3. Глава Naughty Games прикрывается желанием найти правильных разработчиков для правильной игры. Но мы-то с вами знаем, что это все пиздёж и провокация. Да, мой косоногий кривохуй. Дядя! А что слышно про DLC для Payday 2? Маску мне на лицо. Компашки 505 Games и Overkill Software собираются запилить аж 5 дополнений для Payday 2. Новый контент, банальные обновления и всякая прочая хуета в лучших традициях жанра. Причем некоторые дополнения и обновления будут бесплатными. Одной из первоочередных запланированных фишек в игре появится декорация и кастомизация логова игроков. Все остальное беззубый-то мой какашкоед. Таинственная тайна. Разработчики все же отметили, что новый контент, вероятнее всего, появится только в следующем году. Сейчас вы все закроете глаза и поумнеете на счет 3. 1, 2, 3. Для закрепления результата необходимо подписаться на канал и потыкать лайков под видео. Проверить результат по умнению можно на сайте gamebomb.ru. Если все новости и обзоры будут вам понятны, а скриншоты и трейлеры вызовут бурный восторг до щенячьего визга, значит, следует пересмотреть выпуск. А я пока пойду разрабатывать новые инновационные методы развития вашего мозга, что размером с горошину. Прощаемся, геймерятушки!